числа в галерее Vauxhall будет выставка, посвященная портретам мировых лидеров, звезд шоу-бизнеса, журналистам. Там будет порядка 70 портретов, написанных в стиле авангард. Длится порядка одного месяца. Надеюсь, что это будет иметь интерес. Что касается музыки, осенью планируем выпустить альбом уже непосредственно на песни, которые я исполняю. Все стихи к этим песням написаны мной. Музыка написана различными композиторами. Сам альбом в стиле R&B. Даже все мои последние картины, если мы не берем портреты, это цветы, пейзажи, море, то есть что-то такое радостное, светлое, все они залиты солнцем, и это, ну, просто мне так легче, да, и по большому счету все это меня окружает, я завесила все гвозди в квартире этими картинами, и для меня вот эта картинка и мир вокруг меня, он все время меняется. Будем направлять картины различным лидерам непосредственно на их твиттер, чтобы они предварительно могли ознакомиться.